Сильное землетрясение у берегов Камчатки. Магнитуда составила 7. За ночь специалисты зафиксировали больше 10 толчков. Была объявлена угроза цунами. Ожидали высоту волн до 1 метра. Но опасения не оправдались. Позже предупреждение сняли. Сейчас в опасной зоне работают оперативные группы. Они следят за обстановкой. В населенных пунктах Камчатского края, где ощущалось землетрясение, оперативные группы спасателей завершили обследование зданий. Спасателями был произведен осмотр социально значимых объектов и жилых зданий. Организовано взаимодействие с руководителями потенциально опасных объектов, с дежурно-диспетчерскими службами. Жертв и разрушений в результате землетрясения нет. Сейсмособытие ощущалось в Петропавловске-Камчатском силы 1-2 балла, в Усть-Камчатске 2-3 балла, в селе Никольское до 5 баллов. Магнитуда сейсмособытия составила 7,4.